О нет, дитя, почему ты умираешь? Тут-то нигде нет туалета, я хочу в туалет срочно. Какой кринж. Вы абсолютно правы, очаровательный молодой человек в левом нижнем углу. Где-то я его уже видел, да? Знакомое такое лицо. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы на канале Джон Брейн. И это 1 апреля, смешная анимация. Начало уж хорошее. Смешная анимация по Андертейлу. Делай анимацию на 1 апреля. Очень цензурно, очень вежливо обращаются к Темичу. Сразу же ставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Жмите колокольчик, пишите комментарии. Ссылка на Джона Брейна внизу в описании. Что нас тут будет ждать? Будет весело, как обычно, я уверен. Уже весело, уже посмотрите на эту рожу, пропитую, прокуренную. Уже весело. Итак, мой компьютер, Джон Брейн, так, и там, по-моему, аватарка говняшки, самокритично, самокритично, не хамоны, лекции по анатомии, paint.net, корзина, баланс, вот так вот, вот так вот, очень, очень классный компьютер, классный, сейчас смотрим баланс, заработок за март, 0 центов, задолженность за налог на воздух, нифига себе, нормально так. Надышал, надышал так прям душевно, душевно надышал, как говорится. Прям, знаете, хорошо. Неплохой такой налог. Остаток бюджет анимаций проёжен. Ну тля, шутка теперь обалденная просто, да. Есть такое, есть такое. Paint.net, приходится зарабатывать, да. Поехали, Джон Брейн делает бабосики на ваших глазах. Здравствуйте, я Трель. Я люблю диетическую колбаску. А мою колбаску не хочешь? Нет, не так будет. Сейчас проверим. Отрезанную Асгора. Ну почти, ну почти. Ой, слушайте, тоже неплохо, тоже неплохо. Фриск, дитя, отойди от жабы, она заразна. Я ее поцелую, и она станет принцессой. Ты что, дурак, блин? Да! Звезда! Ой, Санс, ты сегодня, конечно... Ой, ты сегодня мутишь прям шутечку за шутечкой. Ай, да костлявая твоя рожа. А, смешно, да, смешно, Санс. Смешно, очень, очень смешно. Ладно, поехали. Здравствуйте. День. Выходи за меня замуж. Ничего себе! Ты чё, какой муж? Мы обе бабы. А мужем будет Асгор. Зачем Асгор? Я тебя сама натяну. Что происходит? Помогите. Дальше было много не для детей. Упс. Так, хорошо, ясно, поехали. Поехали, я понял. Это идет процесс лутания бабла с Ютьюба. С Ютьюба. Это видео, это прямо сразу в тренд, это прямо сразу в топ. Значит, Undyne натягивает. Альфис, господи, все, ребята, уже старость, не радость, уже забывается. Так, ладно, поехали, идем дальше. Идем дальше, так. А, вот это. Ой, не смотрите, мы тут заняты кое-чем. Мы решаем задачки по математике. Типа костюмы. Асгор, реши мое уравнение. Какой интеллектуальный юмор пошел, ребята. Так, хорошо. А как насчет моей логарифмической линейки, да? Сейчас скажу. Так. Асгор, объяснись. Они не знали теорему Пифагора. Я им показал, какие горы показал. Ух, такая гора у меня. Такую теорему прям. Ух, ух. Они теперь умные все. Умненькие стали. Да? Ой, как же это смешно, ребята. Да? Так, поехали дальше. Человек, я узнал ужасную правду про твоего путешественника. Блин, эта анимация уже ломает мой мозг, я это чувствую. Ребенок по имени Чара на самом деле умер не от желтых цветков. От желтого снега, да, наверное, я чувствую. Так. О нет, дитя, почему ты умираешь? Тут-то нигде нет туалета, я хочу в туалет срочно. Какой кринж. Какой бред пошел. Так,
дитя, но у нас нету туалетов, мы же монстры. А, я ща лопну. Это лучший 1 апреля в моей жизни. Нет, млячный путь, млячный путь. По нему наши души идут, млячный путь. На 1 апреля Джон Брейн должен стать миллионером. Да, после этой замечательной серии. Так, поехали. Естественно, естественно, да, да. Есть такое, есть такое. Вы абсолютно правы, очаровательный молодой человек в левом нижнем углу. Такой, где-то я его уже видел, да? Знакомое такое лицо. Слушайте, я представляю себе человека, который никогда не был на канале Джона Брейна, не знает, кто я такой, да? И просто открывает это видео. Что он думает вообще? Вот что он об этом обо всем думает? Вот почему Чара умер. Очень грустная сказка. Но я тоже хочу в туалет сейчас. Фак! Беги! Беги, папайрус. Это гениально, это самая гениальная его анимация. Нет, я больше не могу. Выйду подышать воздухом. Ну, я считаю... А кто это сверху-то? Сверху-то кто? Ой! Это, представьте, вот эта милая мордаха все это придумала. Это же сдуреть можно. Ничего себе. У кого как, ребят, 1 апреля празднуется. Здесь вот так вот. Русский сахарный песок, 1 килограмм. Твою мать, это же сахар. Это мой сахар, тварь. Так, актуальненько подъехало. Нифига себе. Нифига себе, ребята. Так, это мы где находимся? Это значит, Эми живет в России, вы хотите сказать, да? Серьезно, я не знал. Ну ладно. Кетчуп, русский аппетит. А я, так понимаю, здесь это самое, захватил власть. Я типа большой брат, который за всеми следит, да? Почему бы и нет? Почему бы так, собственно, и не прореагировать? Все, это не то, что ты планировал, да, Тэмич? Ты не это планировал в своей вселенной, я так понимаю. А что, неплохая вселенная? Что тебе не нравится? Вон, классный диктатор у вас, я считаю. Правда? Ну ладно, окей. Так, идем дальше. Нужно сделать добивающую сцену. Вот и все. Конец игры и лучшая концовка. И жили мы долго и счастливо, а? Но тут прервало канализацию. Да. Почему в этом подземелье нигде нет туалета? Отлично. Целый унитаз. Какой бред. Конец. Это правда конец, ребят. Конец всего просто. Осталось залить это на канал. Загрузка видео, и YouTube такой: какого хрена ты делаешь? Не заливай в меня это, пожалуйста, да? Так, галочка очень четко нарисована. Джон Брейн, 0 просмотров. Самая смешная анимация на 1 апреля. 3537 просмотров. 112625 просмотров. 3 отметки нравится. 6422 отметки не нравится. 805 комментариев. Я так понял, что 4 отметки нравится, это Джон Брейн с 4 аккаунтов, да? И я еще с одного, точно. 3 аккаунта Джона Брейна, один мой. Это что за говно, где норм анимации, дизлайк, отписка? Твою мать, я знал, что Джон Брейн не хочет делать анимки, но мог бы уйти красиво, а не лить понос нам в лицо. Я разочарован. Да, в общем-то да. В общем-то да, это аристократичные диалоги пошли, это высокое общество. Высшее общество заглянуло на канал. Нехороший человек, всеможущийся, фанатам Undertale советую отменить подписку. Канал нехороший, автор нехороший, все нехорошее. И это говорит усатый сапог. Потрясающий никнейм. Почему, ну, один? Я...
Я там буду. Я там еще останусь. Вдвоем будем с тобой смотреть твои анимации. Наконец-то оковы сброшены. Прощай, Андрей Тейл. Так. Кто это? До свидания, Тэмми. Здравствуй, Сукурунка. Покемон какой-то, что ли? Следующие летсплеи. Покемон Legends Arceus, Metro 34 Redux, Sonic Lost World и многое другое. Или нет, если я вдруг устану или превращусь в радиопассивный пепел. Радиопассивный пепел. Канал Чиновного Точки с прохождением летсплея. Парни добрых игр и зрителей, как кроме летсплея, вкладываются в качестве прохождения старых игр, уникальные видео разного характера. Понятненько. Теперь это снова канал очередного унылого летсплейщика. Так. Конец канала. Как оптимистично. Прощайте, уважаемые зрители. Так, а вот это все, это часть 1 апреля, это типа часть шутки, не будет никаких летсплеев, типа, или не знаю. Ну, возможно, это последняя смешная анимация на канале Джона Брейна. Возможно. Я считаю, финал получился прям огонь. Прям такая, знаете... Угарная трэшовая пародия на самый дебильный юмор, который только может быть. Мне понравилось, я такое люблю. Я такой трэш люблю. Поэтому, в общем-то, если вам тоже понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик. Ссылка на Джона Брейна внизу в описании. И на этом все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.